Всем привет! Сегодня решил я сделать тест на температурный режим при быстрой зарядке батареи на 70 кВт. Батарея это перепак на 196 LG модулях. По факту они 205 ампер-часов выдают. То есть емкость в зависимости от температуры там 69,5 и 70,5 кВт. Вот приехал я на быструю зарядную станцию пункт И на Мегапарнас. За бортом у нас 13 градусов. Температура батареи сейчас 11,7, 12,3 по разным датчикам. Вот видим мы 4 палки на температурной шкале. Остаток 18%, 94 километра. Сейчас включу зарядку и буду периодически записывать результаты температуры и количество влитой энергии. Вот сейчас активирую станцию. Вот пошел процесс зарядки, 25 киловатт, станция выдает, вот поднимает 28, 40 киловатт, 113 ампер сейчас ток, 121 ампер, 43 киловатта, 123 ампера, 43 киловатта. Ну, для этой станции это максимум того, что она выдает по чадемо. Вот так она качать и будет. За первые 40 минут станция влила в батарею 30 киловатт, ток по-прежнему 123,5 ампера. Мощность выросла до 48 киловатт почти, это за счет подъема напряжения на батарее. И машина зарядилась с 19% до 56%. А температура батареи, только что смотрел, 23,5 градуса на разных датчиках. Сейчас посмотрим, что на приборке. Что мы имеем на приборке? Время 13.59, 13 градусов температура, 57% заряд батареи, 275 километров прогноз остатка и температура 1, 2, 3, 4, 5 палок. Ну, 23,5, наверное, сейчас уже градусов батареи. Так прошло еще какое-то время, какое, к сожалению, сказать не могу, потому что только что понял, что вот эти часики внизу под процентами, на которые я смотрел, они безбожно врут в минус. Прошло явно не 14 минут, а больше. Но, тем не менее, залито 40 с лишним киловатт, ток станция скинула до 53 ампер, 68% заряда показывает. Сейчас посмотрим, что на приборке. Итак, что мы имеем на приборке? Время 14.18, 13 градусов за бортом, 69% заряд. А температуру батареи сейчас только что посмотрел, 28 градусов по Левспаю. 6 делений температуры нам показывает на приборке и 333 километра. Прогноз остатка пробега. Да, вот нашел-таки я, где правильное время посмотреть. Приложение реальное время показывает. 1:02 прошло. Вот за 1:02 41,4 киловатта. А температура в батарее поднялась с 12 градусов до 28.
зарядилась она с 18 или с 19% до 70%. И вот сейчас мощность 18 киловатт она льет всего, то есть 45,5 ампера ток. Но, кстати, в будущем я эту проблему решу. И лить будет до последнего 123 ампера. Итак, что мы имеем? За час 20 минут станция влила 45 киловатт. Машина зарядилась с 18 или 19%, точно не помню, до 80%. Сейчас ток заряда всего 19,6 ампер. 8,6 киловатт. Это, конечно, мало. Сейчас покажу, что на приборке. Итак, что мы имеем на приборке? Время 14.49, 13 градусов за бортом. А вот самое интересное, сейчас при запуске машины Конмост начал пересчитывать процент заряда и прогноз остатка пробега и не успел камеру включить. То есть по факту зарядилась-то она на 92%, 425 километров прогноз остатка пробега. И 6 делений температуры. Температуру только что посмотрел по Левспаю. 28,6 градуса. Что могу сказать? Однозначно нужно делать коррекцию тока заряда на ЧАДЭМа. Потому что с 63 где-то процентов, если верить станции, она начала скидывать мощность там до 46-47 киловатт, до 30 киловатт, потом до 20, и в конце было уже там что-то 8 киловатт. Это совершенно неинтересно. То есть, а запас по температуре такой, что можно лить и до 100% было эти 123 ампера, которые станция способна выдавать. Так что будем работать над усовершенствованием системы.